Во благо и благие силы хочу я применить твой дар. Когда я проходил инициацию и обряды посвящения у мастера черной и белой магии, я давал свою присягу высшим силам идти до конца тропой магии. А нам звоночек сейчас. Я слушаю вас. Алло. Любомир, добрый день. Добрый день. Меня зовут Мария, мне 50 лет. Приветствую вас, Мария. Мой бывший муж колдун. И у меня такое чувство, что он сделал на меня порчу, на одиночество. Я 20 лет одна. 20 лет. Живу одна, воспитала сына. Но это еще не все. Да, я вас слушаю. Меня тревожит то, что моя бабушка Лиза была ведьмой. Может, я ведьма? Давайте просмотрим ваш запрос. Очень актуальная, на самом деле, ситуация. Благодарю за ваш запрос. Я уже сразу скажу, что я, даже не спрашивая ваш год рождения, вижу, что он заканчивается на ноль. Смотрите, и 20 лет вы живете одни сейчас, и 2020 год – высокосный год смерти, разрушения, то есть много нолей. И это знак того, что на самом деле вы помечены необычной силой. Вы можете быть реально скрытой ведьмой, но нали обнуляют вашу личную жизнь. Сейчас посмотрим ситуацию и ваши допросы с мужем и в целом. Так, я смотрю. Смотрите, вот эта карта, это черт, это на самом деле ваш муж-колдун. Вот разрушенная башня, которая показывает то, что он как проклял вас, он как разрушил вашу жизнь, подорвал. Но аркан госпожи, верховной ведьмы и владычицы магии показывает, что у вас есть на самом деле скрытая, мощная ведьмовская сила. А вот эта карта фоновая Луны, которая не просто здесь находится, она показывает мне, что ваш ведьмовской потенциал не раскрыт. Вы замечали такое, что вот бывает, вам приснится сон, либо вы что-то скажете, а оно как сбывается? Бывало. Вот, бывало. Смотрите, вы кармически, мне по ясновидению сейчас открывается, я вижу, не случайно вам муж-колдун притянулся, потому что часто колдуны притягиваются к ведьме. Но почему же вы расстались, и это все произошло, вот аркан повешенный выпал, и карта раздорожья, где ваши дороги разошлись, иллюзии раскрушились. Чтобы муж-колдун любил, и чтобы он не вредил, жена-ведьма должна специальную магию применить. Какую магию здесь нужно, я вас научу. Мы с вами встретимся на термине, и я, по вашему желанию, помогу вам вашу силу ведьмовскую развить, и вы в безопасности, в комфорте, я бы так сказал, сможете начать идти тропой ведьмовства. Либо я могу помочь вам, это ваше желание и ваша свобода выбора, сделать так, чтобы вот эта программа, вот эта непроявленная ведьма у вас не мучила. Нули вот эти отягощения я сниму, и к вам притянется ваша вторая половинка. А колдовство мужа, его проклятие, негатив, мы сможем не просто снять, если вы пожелаете, я помогу вам, и мы можем его даже наказать в какой-то степени. Но мне идет информация, вы очень связаны энергетически, у вас есть общий ребенок? Конечно, сын. Сын. Это очень непросто сейчас. Вот аркан, который показывает мне, десятка червовая. Смотрите, ваш сын колдун, вы мама его, вы ведьма получаетесь, хоть и скрытая, отец проявленный чернокнижник и колдун, то есть ваш сын реальный колдун. Я думаю, что вы с детства наблюдаете у него определенное проявление сверхспособности. Он очень необычный мальчик, не просто творческий, а он даже как погоду может предчувствовать, предвидеть. Какие-то
необычные ситуации складываются, когда он что-то скажет, вот, да, как будто бы корень грядит, а потом его еще и слова сбываются. Такое вы замечали? Мало того, он в школе, когда учился, и в университете, он всем своим одногруппникам и одноклассникам наперед уже знал, у кого какие оценки будут. Он врожденный мощный колдун, потому что ваш муж колдун родовой, мне сейчас по ясновидению открывается. Мы будем работать с этой ситуацией и в вашей жизни, и у вашего сына, и у ваших внуков и правнуков все будет хорошо. Вы просто помечены вот этой родовой информацией. Мы будем дальше с вами работать. Будьте благословенны. Мои помощники, пожалуйста, запишите человека ко мне на индивидуальный термин. Все будет хорошо. Ваш Любомир Богоявленский. Спасибо большое, Любомир. Будьте благословенны. Мои дорогие. Непростой запрос, непростая ситуация, которые показывают мне, что эта ситуация, хоть и непростая, она и жизненная, и она трагическая, потому что она скрытая ведьма. Вот к женщине, которая мне звонила, притянулся, понимаете, это сила притяжения, родовой колдун, потому что колдуны притягиваются к ведьмам. Но они не смогли найти общего языка, потому что ведьмы и колдуны, как семейная пара, часто несовместимы. Чтобы колдун, муж, любил жену, ведьму, нужно знать специальные слова ведьмы. И этого мужа нужно отчитывать. А теперь, что же дальше? Генетика колдуна, мощного, кстати, колдуна, и, пускай не проявленной, но мамы ведьмы, соединилась и проявилась в сыне. В чем же ключевая проблема этой ситуации? Проблема в отсутствии знаний.